Inside Review. Мой день, меня зовут Вячеслав Тевинч, АБС Муай-Тай Академии. 22 числа у вас очень серьезный бой в арене Рига на турнире KOK. Поподробнее. Ну, у меня будет очень сильный соперник, он номер 2 в рейтинге KOK, Матеош Копец, поляк. Так что победа над ним меня заметно поднимет в рейтингах Европы, да и мира, в принципе. Что известно о сопернике вообще? Высокий, много бьет коленями. То есть последний бой у него был с Крисом Байе. Один из последних. Последний был у него с Фикшатисом, один из последних был с Крисом Байе. Там довольно-таки ровный бой был, но он чуть-чуть отдал. То есть, ну, очень сильный соперник, опытный. Проработал тактику, стратегию боя? Проработал, но не скажу. Это увидите все на ринге. Это понятно. Что для тебя этот бой является? Чем? Это шаг вперед. Это поднимет меня на уровень выше. Поднимет меня по опыту. Стану более, скажем так, более известный среди бойцовских кругов. А как подготовка проходилась? Ой, ну, проходила очень интенсивно. Много кардио, много силовых было нагрузок тактических. То есть, ну, все необходимое делали, чтобы в пятницу одержать победу. Как считаешь, готов к этому бою? Конечно, готов. Увидите все в пятницу. Увидим и искренне желаем тебе победы. Спасибо. Fight Review.